Лично от себя я хотела бы сказать, что еще полтора года назад я себе представить не могла, что окажусь на турнире такого масштаба, тем более стану победителем. Я хочу пожелать всем, чтобы никто не боялся бросать себе вызов. Идите вперед, идите в секции, на борьбу, карате или же просто фитнес. Добивайтесь успехов, и, оглянувшись назад, вы поймете, что поступили правильно, и это ваше.